Приветствую всех с добрым утром. Сегодня у нас уже 26 июня. Снова мы выскочили из Хабаровска. Все в то же направление двигаемся, в Якутию. Только на этот раз до Алдана. Вчера там занимался обслуживанием автомобиля, с саленблоками закончил. Амортизаторы на среднем мосту поменял. И одну заднюю тягу рама мост. Ну, соответственно, все 8 колес переобул. Вот. Вчера уже под вечер тут погода начала портиться, дождик пошел. Короче, не успел я поменять крестовины с сальником. Купил с собой масло 20 литров трансмиссионное. Как бы сальник, крестовины, все с собой. Головка есть, хвостовик открутить, гайку хвостовика. В общем, будем следить за всем этим делом по ходу движения. Если что-то вдруг, то сделаем в дороге. Потому что от загрузки нельзя было отказаться. Вот. Поэтому... Я думаю, что там ничего не случится. Там сальник-то не прям так бежит. Ну, так покапывает. За уровнем слежу, как бы. Ой, ничего страшного там не произойдет у нас. Съездим, а уже по приезду поменяем все. Может, даже время будет редуктор вытащить, ревизию провести там. В общем, ладно, все. У нас там впереди Андрюха. Наверное, километров 900 умотал. Но он еще до трех семерок не доехал, я так думаю. Хотя, может быть, где-то вот как раз в этом районе он. Так что я его, наверное, не догоню даже завтра. Если только в Нюрке где-нибудь. В общем, ладно, уж на обратном пути. Андрюха у нас до Нерюнгри едет. На обратном пути поедет, он уж завтра словимся где. Ладно, все, катимся потихонечку. Всех с добрым утром. Так, ну что, я, значит, вчера добрался до хуторка только-только. Вот, уже сил не было никаких ехать дальше. На хуторке заночевал. В 5 утра тронулся. Добрался до трех семерок. Смотрю, там Леха стоит, спит. Вот, Леху разводил, сходили позавтракали. Вот, разъехались, в принципе, вот. Тока-тока. Так, ну что у нас получается? Местное время 8 утра. Вот. Ну, буду пробовать сегодня добраться до Нерюнгри. Чтобы сегодня выгрузить Нерюнгри.
Посмотрим, получится, не получится. Вот еще один из видов строительства дорог по-российски. Вот, на асфальт насыпать какой-то там щебенки. Гравийки, блин. И потом, наверное, положить сверху еще асфальт. Вот так вот еще делают. Вот, поверх. Это я уже показывал не раз, что поверх старого асфальта ложат или кладут. Типа новый. Сантиметров 5. Тоже один из видов укладки дорожного полотна. Все, друзья, добрался я до Нерюнгри. Ой, время, правда, уже 7:30 вечера местное. Блин, дорога что-то прям от Соловьевска и до Нюрки прям тяжелая у меня сегодня была. Вот весь день потратил. Хотя обычно, блин, доезжал часов за 6. А в этот рейс, блин, что-то не едется нифига. Куча приключений. Потом, ладно, уже домой приеду. Покажу все косяки, да. Предстоящие ремонты. О, вот так вот мы. Ладно, у нас здесь сейчас встреча с Андрюхой будет. Думаешь, на базе не наобщались. Сейчас вот в Нюрке словимся. А в одном месте выгружались. Вернее, выгружаемся. Так, добрался до Нюрки. Вот тут всем знакомые лица. Андрюха, всем привет. Да, привет, Саид, да, конечно. Привет. Салам пополам всем барыгам. Заскочили в чайхану. Вот у нас такой здесь ужин. Что у нас тут, Андрюх? Это шурпо, да, баранина. Шурпа баранина, да. И нарезочка тут. Компотик, да. Да, лепешечки, компотик. Скромно, да? Все скромненько, да. Да. Ладно, приятного нам аппетита. Так, ну все, друзья, вот спустя сутки выгрузился в Нерюнгри. Вот ровно сутки у меня на это ушло. Долбаных там 14 палет, блин, скинуть. Вот уже. Короче, выскочил. Вот, подъезжаю тут. Уже ко всем известному месту. Тещин язык или Чульманская петля. Вот это место я, конечно, заснять не могу. Вернее, не заснять не могу. Это просто. Это надо видеть все вживую. Вот эту вот красоту всю. Масштаб. В общем, потихонечку качусь. Вот, сегодня до Алдана добегу. Сразу до места выгрузки поеду. Вроде как договорился на завтра на утро. Если завтра до обеда раскидаю, то это очень хорошо будет. Я Андрюху догоню. Андрюха тоже потихонечку поедет там. Может быть, на каких-то речках там поостанавливается, порыбачит. Короче, ну я думаю, что если в обед выскочу завтра с Алдана, то я его догоню где-нибудь к вечеру. Не завтра, так послезавтра. Хотели на источники в Наход смотаться, но что-то поздно. Это. Ну, да и я поздно вчера приехал.
И уже офис у них тут в Нюрке был закрыт, где путевки там или билеты покупаешь. Камазик там. Видать, радиатор или что лопнул он. Лужа под ним. Короче, поздно мы поехали, офис уже был закрыт головной. Вот. А туда так просто ехать там. В общем, пешком там 3 километра по тайге идти. Что-то не захотели мы. Ладно, еще у нас времени вагон и тележка. Еще тут, в принципе, работаем. Может быть, как-нибудь в другой раз получится заскочить туда. Кости попарить на источниках. Банда тут стоит. Желтый Ванькин, вон Андрюха между Вольво и Френчом. Я тут тоже должен был вчера до сюда добраться, но сил не хватило, я на Лапрях заночевал. Сейчас с утреца прискакал. Он что-то там сидят, изучает. Ванька там тележкой хвастается, наверное, сидят, все смотрят. Сейчас мы где-нибудь парканемся. Вот они, кстати, эти камушки. Помните, там, может быть, я зимой снимал, когда тут коллега колеса делал. Я ему мясорубку свою давал. Вот об эти камушки он захерачил, все диски помял. Андрюха, тут все, чаек. Охотно, кухня, да, это? Аж бежал, блин, я камеру не успел включить. А, короче, Саня Ваньку забабахал тележечку. Вот перемычки вот эти вот все поменены. Вот, значит, ося раздвинуты. Сань, на сколько раздвинули? Два. На 2 метра ровно? Да. Вот, на 2 метра растянули. Короче, 10 тонн, да, будет? Да. Ванек горит, сейчас вообще прицеп другой. Хорошо идет, да? Да, он вообще, говорит, не прыгает, не скачет. Правильно. Так что я на роту подкатну и заберу. Санча, тебя еще ждет эта работа. Наверное, будем себе тоже на воздухе делать. Посмотрим. Ну все, все мы встретились, только что разъехались с дворика. Ванька у нас в Якутск поехал, мы с Андрюхой в Хабаровск. А Саня с Максом поехали в сторону дома. Санек погнал домой, вот, съездит домой там, порешает свои вопросы. И потом уже вам всем ответит, что у него с Интером, почему он не работает на нем. Так что потерпите немного, я ничего говорить не буду, все расскажет Саня. Слышу Андрюхины горняки. Закладывает.
прискакали на три семерки. Надо в душ сходить. Что-нибудь жеванем. И поедем дальше. Нифига ты залетел! Я что, тобой гнался, еле вот так на полчаса жду. 85 еду, ё-моё, не могу. Да не ври ты, у тебя спидометр врет. Да, врет. Честный, да. 110 я шел. Ну что, туда пойдем, да? Да. Добрым утром. Так, ну что, у нас уже понедельник. Время у нас хабаровское, 5 утра. Значит, мы вчера с Андрюхой добрались до хуторка. Это 900 километр от Хабаровска. Немножко поспали. Двигаемся дальше. Сегодня надо в Хабаровск приехать к вечеру. Сейчас мы Андрюху обгоним. А то что-то он не едет, спит, наверное, еще. Весь горит прям такой. Елка новогодняя. А тоже с камерой. Горит весь такой красявый. А, тоже в атаку пошел, в атаку. Нижние включает. Туманки светят хорошо, они у него. Ох, как ярко светят. Сейчас мы его еще раз обойдем. Беспредельщики на дороге. Хулиганим. Вот мы и добрались до Новогурейска. До Хабаровска нам еще 470 километров. И до часика через 6-7. Базе.
Время у нас хабаровское уже 10 минут 12 дня. Погодка отличная, солнышко. На небе не облачко, как говорится. Катимся потихонечку. Остановились на роднике, на кафешке. Это в районе Архары, которая. Андрюха говорит, вода здесь вкусная, хочу этой воды набрать. Так, ну у меня еще здурая вода есть, я не буду набирать. Андрюха наберет. Вон он там сейчас все свои чеплашки вытащит. Чё, здравствуй. Мордасти, как, нормально всё, да? Это родник. Здесь надо воду набирать. Холодная? Сейчас искупаемся, посмотрим. Да. Вот сколько воды ушло, да, смотри, видишь, за это время. Это ты так чай пьешь. 15 литров уже нету, да, больше. У тебя 15 литров в день. Вот это расход, да? Это... Френч меньше хавает. Ну, 3 мили на галлон, короче. Точно Фред меньше хавает, да. На паузу поставь, а то сейчас будет. Че, подмышки мыть? Нет, зачем? Просто мыть. Ну все, друзья, добрались мы до Хабаровска, заехали на мост, всем известный. На базу и домой мыться, отсыпаться, отдыхать. Здорово, в канале. Да, как раз записываю видео. Давай тебе легкой дороги. Да, вот передо мной едет. Так, вот. Подписчик наш с Сахалина узнал. Так, ну все, вроде как еще время рабочее у нас. 15 минут 6. Ну, хотя сейчас пока до базы доедем, уже будет 6 часов. Потому что на офис уже не успею заскочить, документы сдать. Завтра уже с утра съезжу, бумаги отвезу. Узнаю насчет работы на этой неделе. Если ничего не будет, я думаю, что навряд ли что-то будет уже на этой неделе, потому что и так много машин отправили. То мы с Андрюхой встанем на ТО. Как раз на недельку на эту. Очень-очень много соплей накопилось. Столько мелочевки надо устранять. Конечно, не критическое. Там, в принципе, если рейс будет, то мы поедем. Но когда много вот этих соплей, этой мелочи, это столько времени отнимает, столько сил. Это вроде кажется, фигня, тут подделать, там подделать. Но когда ее накопится, блин,
задолбаешься все это делать. Ладно, уже ковыряться будем, будем потихонечку снимать, показывать. Подъезжая к мосту, здесь вот еще не габарит остановили. Вон, смотрите, ман так до сих пор и стоит с колодкой на колесе. Вот еще тралы. Ну тут что-то наши гайцы за негабариты взялись. Вон у него на колесе видно. А нет, здесь уже другой стоит. Да, ну что, мы с Андрюхой уже второй день как на базе. Вот Андрюха уже ступицу поменял. А за ворот стоит, да? Да, я на двоечку поставил. Вот. Ганчиком все. Быренько, да, Андрюх? Ну да, нажимать его сюда? Да-да-да. Ты главное вот так вот не намотайся на пистолет. А то ты это, ты сильный, но легкий. Не до конца закручивай. Ой, тебя зафукают там на ютюбе. Че это? Че так? Не уверен это так, че? Нормально. Уже воздуха мало. Да, подожди, сейчас накачает. Короче, вот Андрюха ступицу поменял. Что-то у него она захыркала, блин. И грелась больше, чем правая. Вот у него вот такие блок ступицы, короче, вот у него. Вот. Без шума? Без шума. Значит, ступица. Так, ну а я что? Я сегодня масло поменял пока. И нижние болты на передних амортизаторах заменил. Ни хера, короче, не сделал. Завтра буду энергачи менять на вот этом мосту. Там-то у меня новые стоят два. Вот, а здесь вот этот зашипел. Ну, я сразу два взял. Заменю в паре. А эти, ну, тут рабочий про запас кинул. А этот Андрюха сказал, починит тоже, будет рабочий. Вот и шланг у меня там один тоже зашипел. Шланг поменяю. Шланги у меня, по-моему, есть там под спальником. Вот. Но это уже будет все завтра. Мы сегодня прокатались тоже полдня туда-сюда. Вон подушку покажи, да как их доезжаем. А, ну да, вот это вот у Андрюхи. Под кабиной стояла такая вот. Но она вот такая раздроченная у Андрюхи последние два года была. Вот. Сегодня тоже он поставил одну и съездили, еще одну новую взяли, про запас кинул, чтобы было. Вот. Андрюха амортизаторы Кони себе купил, это на передок красный, и они, короче, еще регулируются по жесткости. Вот такие вот Кони, будет у него конь на конях. Все, надо еще протянуть только и все. Давай.